Итак, очередное видео, очередная штатная магнитола. Значит, магнитола компании Mitsubishi. Значит, данная магнитола устанавливалась на очень многие автомобили марки Mitsubishi, в частности Pajero, Outlander, Sportage и все остальное. Магнитола ставилась с 2010 по 2014 год. Магнитола была как на русском, так и на японском языке. Значит, магнитола на жестком диске. Значит, разумеется, магнитола проблемная, поскольку это компания Mitsubishi. Значит, к нам обратился клиент, у него на заставке была исключительно заставка Mitsubishi, и более ничего не работало. Значит, мы произвели ремонт данной магнитолы. Ремонт мы сделали за один день. Значит, сейчас готовы на данную магнитолу предоставить гарантию. Гарантия на наш ремонт один год. Магнитола особенная, она выводит информацию с бортового компьютера, в частности пробеги, расходы, запас хода, управление камерами и все остальное. Например, таких автомобилей, как Mitsubishi Delica, данную магнитолу демонтировать вообще не представляется возможным. Поэтому магнитола штатная, как правило, у клиентов находится. Если у вас сломалась подобная магнитола, вы можете смело к нам обращаться, сделаем гарантийный ремонт. Все прошивки и необходимые комплектующие у нас в наличии. Спасибо за внимание. К Санави.ру. Ждем вас.